Друзья, всем привет! Вы на канале Ваш Мастер. В сегодняшнем видео я покажу, как сбросить программу на стиральной машине Indesit от подобного плана. Это довольно-таки старые стиральные машины, ей примерно уже 20-25 лет, но тем не менее, они еще достаточно распространены. Смотрите, если, к примеру, вы ставите стирку на вторую программу, то есть включаете машинку, машинка у нас начинает стирку, набирает воду. Затем вы передумали и хотите, к примеру, постирать на третьей программе. То есть, если вы поставите селектор выбора программы на третью программу, выключите машинку и затем ее включите, стиральная машина продолжит стирать на второй программе. Как нам правильно сбросить программу для того, чтобы стиральная машина начала стирать на третьей программе? Нам нужно выключить стиральную машину, затем перевести селектор выбора программ на любую из черных точек, вот они у нас по кругу. Затем включить машинку и подождать, пока здесь проморгает лампочка. Вот, лампочка проморгала. Теперь мы отключаем стиральную машину. Ставим наш программатор на третью программу. И затем включаем стиральную машину. У нас опять моргает лампочка. И сейчас у нас машинка начинает выполнять третью программу. Кому это видео было полезно, ставим лайк и подписываемся на канал.